Привет всем, я сейчас совсем небольшой расклад сделаю. Я забыл в прошлый раз, но может это и хорошо, сделать небольшое, но довольно-таки вот здесь разложу цветочком длительное, небольшое, но длительное гадание. А Россия в преддверии неминуемое будет, скорее всего, во второй половине весны. Вторая половина. Я уже погадал, но здесь именно надо на саму Россию кинуть. Что карты покажут, то я и скажу. Если они будут дублировать то, что я уже говорил, значит, в принципе, идет все по плану, как говорится. Обговаривается что-то либо с женщиной, либо карта порядка. Какой-то порядок обговаривается. Возможно, это делают два человека. Король и валет. Тут еще какой-то мужчина. Ну... Он немножко находится как будто бы в тенях. В каких тенях, уточнять не буду. Вот этот человек, который у нас здесь, ему что-то как-то за спиной дамочка. Дама с косой. Пока что обговаривают на вторую половину именно... На вторую половину весны обговаривается что-то, вот планы здесь. Здесь больше, я думаю, вот этот человек выступает, нежели вот этот. Перенасыщение, болезнь, либо венерическая, либо от чревоугодия. Блудствовать надо меньше, почему-то, не знаю, такое вот. Блудствовать надо меньше, почему? Блуд идет. Блуд, гуляние. Тупик куда-то загоняют совсем. Прям вот в тупик. Венерические болезни бывают от удовольствия. А бывают еще и от каких-то неосознанных действий, которые приводят к такому. Как-то так. Проблемы внутри чего-то будут. Внутри чего-то. Воровство. Насчет воровства, ну, ладно. Проблемы внутри чего-то. Либо это коллектив, либо это вот у нас. У нас страна. Проблемы. Проблемы связаны с деньгами. Будут больше почему-то вот так обстоять. Зарплата. Сотрудница. Зарплата, сотрудница, неприятности. Это зарплатами здесь. Либо задержка зарплат будет. Но чтобы их не было, такого быть не может. Зарплаты все равно должны быть. С зарплатами здесь обговаривают. Финансовые вопросы обстоят очень остро. Люди будут недовольны впоследствии. Возможно, будут к чему-то вынуждать. Какие-то договоры, новые договоры, договоры на что-то. Зарплату, возможно, не будут давать, будут говорить, что что-то надо подписать. Документ какой-то. Потому что у вас документа нет. Неприятности, власть, с властью, семейные дела. Тут дальше идет у нас. Неприятности, властью, семейные дела. Неприятности с властью внутри страны. Но это дальше уже. Оно уже даже больше распространяется, больше на лето. Вот так вот. Неожиданно.
неожиданные известия в доме. Резко что-то начнется, вот здесь резко. Это весной как будто начнется, а все прорастет летом. Летом. Что у нас еще? У меня проигрываются какие-то союзы. Вообще союзы материального плана, я не знаю, что это. Но не думаю, что это мародеры на территории нашей страны. А здесь у меня больше проблемы. А объединение идет на материальной почве почему-то плюсом. Проблемы, когда ты видишь, что у кого-то возникли трудности. Это ближний круг. Человек, люди из другого города, допустим, дорога идет почему-то денежная, либо дорога утренняя, дневная дорога. Она не скрыта от глаз. То люди куда-то поедут, куда-то на помощь. Объединение идет. Вот так вот. Здесь идет проблемы с властью уже. Здесь уже какой-то кризис возникает. Вот. Людей здесь не выпадает. Здесь выпадают две карты родного дома. Объединение, родной дом, казенный дом, дорога от какой-то группы людей к другим людям, которые почему-то в беде. Не знаю, почему беда. Это в пределах России, это не фронт. Какая-то беда, не знаю, это лето. Люди едут. Что дальше, я не знаю. Дальше пока ничего. Это вот летом возникнет кризис. У меня кризис выпадает. То, что люди будут участвовать, я думаю, уже никаких сомнений не возникает. Вот люди будут участвовать, что-то там с властью, тупик, в тупике, в полном тупике. Здесь, чтобы разрешить проблему, нужно развязать Гордиев узел. Если Гордиев узел не развязывается, его надо разрубить. Отрубить как пуповину, если младенец мертворожденный, пуповину отрезают, а младенца хоронят. Вот я не могу, почему-то у меня вот такие ассоциации, я не знаю почему. Отпилить завявшую ветвь, вот что-то в этом духе, не знаю. Как это сказать, я не знаю, то, что уже отжило. Вот почему-то вот так вот у меня такие ассоциации возникают. Как хотите, так и понимаете. То есть я ни к чему не призываю, я просто смотрю, и тут как-то вот обострение идет именно летом. А начнется весной. Почему-то начнется с денег. Вот с денег начинается и все. Именно здесь выпадает карта зарплаты. Зарплаты выпадает, заработная плата. Какие-то договоры выпадают, как будто дорога. Дорога, договор в дорогу куда-то. Темная дорога. Возможно, к родному дому, а может, из родного дома. Деньги предлагают. Возможно, порядок предлагают. Вот дорога еще одна. Две карты почему-то у меня вытащились. Не знаю, вот так вот. Либо это король, который держит за спиной даму, человек приходит с дамой с косой, либо будут препятствия, препятствия женщины. Одновременно здесь какой-то король, я так понимаю, задействован, вот он что-то даму держит. И одновременно здесь карты говорят, препятствие будет от женщины каким-то дорогам. Если здесь дороги понимать как куда-то дороги из родного дома, женщины будут препятствовать, женщины выпадают. А король наоборот говорит, едьте. Не знаю, какой-то обман есть. Обман есть какой-то, вот карта обмана выпадает и все. Это вторая половина весны. Лето. Приблизительно хотя бы что там понять, чего там у нас. Обман опять идет, опять те же самые карты. Ну ладно, давайте тогда посмотрим, что хотят карты сказать. Женщина будет помогать. Женщин, слушайте. Женщины вам все расскажут. Там что-то почему-то опасно. Не опасность. Женщины лучше чувствуют опасность. Кто бы что ни говорил.
Оформление документов вижу. Ни к чему не ведущие беседы. Оформление документов для поездки. Женщины препятствуют. Женщина там выпадает. Женщины препятствуют. Женщина, услушайте. Женщин, слушайте. Забалтывать почему-то. Вот так карты говорят. Болтайте больше. Больше болтайте и оправдывайтесь. Оправдывайтесь то, что вы не можете куда-то поехать. Больше сказать ничего не могу. Трудности с оформлением подписания. То есть здесь карты говорят, что-то не подписывайте. Подписывать нельзя. Подписывать нельзя. Казенный дом. Женщина выпадает. Женщина, надо слушать. Короля не слушать. Вот так карты у меня показывают. Ну вот так они у меня все одно и то же проигрывают. Так что пока смысла просматривать конкретно вот просто в общих чертах нету. Вот все, что я говорил, оно дублируется. Дублируется уже раза 3-4. С другой стороны, конечно, будущее оно туманно, тем более в нашей стране. Ну вот так вот у меня проиграли карты. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и до свидания.